Есть и другие фильмы. В принципе, у меня к кино отношение очень простое. Я смотрю все фильмы с бюджетом больше 10 миллионов, потому что меньше, как правило, неинтересно, там дрянь какую-то снимают. А чем попсовее и мейнстримнее фильм, тем больше он мне нравится. Я люблю кино как жанр технологический исключительно. Я не вижу в нем никакого искусства. А за искусством я хожу в библиотеку или в театр, в крайнем случае. А кино — это просто демонстрация достижений кинематографической индустрии и технологий, которые с ней сопряжены. Часто в театр?